Всем привет, привет, мои хорошие. И сейчас я хочу приготовить ужин по-быстрому. Самый простой, как говорится, на быструю руку. Вообще, если честно, я хотела, чтобы сегодня в этом мне помог сын. Хотела, чтобы на кухне была я не одна. Но я пролетела жестко. Сын ни в какую не хочет меня поддерживать на Ютубе, именно на Ютубе. Это его право, но мне где-то там глубоко в душе, конечно, обидно. Обидно, досадно, но ладно. Поэтому буду все делать сама. И мне понадобится, естественно, картошка, морковка, лук, чеснок, грибы. Всевозможные специи, конечно же, сыр. Все покажу, все расскажу. Буду такое делать в духовочке. Сейчас все порежу, замешаю, и будет это все готовиться в духовке. А погода у нас, вы знаете, какой-то ужас. Уже было такое сильное похолодание, стукнул мороз. Думала, что все, но не тут-то было. Сегодня суббота, 28-е, и вы знаете, потепление 2 градуса всего лишь. Завтра, по-моему, 4, в понедельник вообще тепло. Короче, непонятно, что творится с природой. Настроение, конечно, у меня не очень. Дело в том, что я человек настроения, буквально такая мелочь, которую, может быть, другой не заметит, меня может вывести из себя. И я могу не на шутку загрустить. Как говорится, мало не покажется. Но я умею брать себя в руки, поднимать себе настроение, поэтому я буду заниматься приготовлением. Сегодня купила вот такие мандарины, гиганты. Я первый раз такие вижу. Посмотрите, они с трудом помещаются в руку. Короче, размер руки, насколько у меня большая рука, это просто что-то с чем-то. Вот часть мандарин я помыла, есть, другая в холодильнике. И, знаете, из фруктов мандарины я люблю больше всего. Я могу их съесть штук 7-8, как бы присесть и навернуть. Но такие, наверное, 3, и уже нужно обожраться, грубо говоря. Так, все, я приступаю к готовке. Оставайтесь со мной, мои хорошие. Картофель я режу кубиками, такими средними, не большими, не маленькими, вот так вот. Морковку буду резать тоже покрупнее, кубиками. Лук полукольцами. И побольше. Люблю много лука. Да, грибы у меня уже нарезаны, готовые шампиньоны. Также чеснок. Чеснока тоже побольше. Тоже режу его крупно.
Вот все я нарезала. Картошка, морковка, лук и чеснок. Сейчас я посолю. Немного посолю. Черный перец. Потом у меня есть вот такая приправа, букет перцев. Обожаю. Здесь тоже с морской солью и разные-разные перчики. Так, и, конечно же, сейчас замешаю грибы туда и майонез. Взяла чашку побольше, потому что здесь теснота. Не перемешаю. Сейчас все переложу. Все, картошка, лук, чеснок, морковка и грибы. Посолила, поперчила, приправила. Еще хорошо сюда добавить карри или куркуму. Кстати, у меня где-то куркума есть. Я делаю маску всегда с ней на лицо. Сейчас я ее достану, еще добавлю куркуму. Так, добавлю еще немного лаврового листа. Вот так. И вот у меня куркума. Немножко добавлю. Во-первых, куркума, она очень полезная. Ну и плюс делает блюдо красивым, таким золотистым. Вот так немного. Все, сейчас все перемешиваю вместе с майонезом. Все, я уже все тщательно перемешала. Сейчас минут 5 оно постоит, пропитается и буду перекладывать форму. Все, я подготовила форму, налила туда растительного масла. Сейчас буду перекладывать картошечку вот такую вот вкуснятненькую. И еще сверху положу сливочного масла. Вот так вот сливочного масла и отправлю в духовочку. И пока моя картошечка запекается, я натру плавленый сыр на мелкой терочке. Это я буду посыпать, естественно, картошечку. Ну, где-то за минут 10 до полной готовности. Достану картошку, посыплю ее сыром и опять поставлю в духовку на несколько минуточек. Все, сырок я натерла. Все будет стоять и ждать. Запах просто обалденный. Все, она уже готова у меня. И я посыпаю
ее с сыром. Все, готово. И в духовку еще на минут 10. Все, моя картошечка готова. Запах на всю квартиру, просто обалдеть. Сейчас буду есть. Мне приятного аппетита. И смотреть сериал. Я позавчера... Такая вот она сочненькая. С грибочками. Я позавчера начала смотреть сериал. Там 8 или 7 серий, точно не знаю. Первый сезон называется «Ведьмак». И... Я вам честно скажу, очень интересный фильм, просто захватывающий, ну, не оторваться. Лично я вся там и не хочу вообще отвлекаться ни на секунду. Он такой исторический, времена королей, воинов. И вообще я люблю все такое, знаете, остренькое, перченное, страшненькие сюжеты, все такое ужасненькое. Сериал просто супер. Кто не поленится, поинтересуется, я думаю, что вам понравится. Так что я ем, смотрю свой сериал. И всем до новых встреч. Спасибо за внимание. Всех люблю. Пока-пока.